Седан и минивэн столкнулись на Некрасовском путепроводе. В итоге образовался внушительный транспортный затор. Водители двух транспортных средств осматривают побитые авто, подсчитывают повреждения. Еще несколько минут назад каждый из них ехал по своим делам. Обе машины направлялись со стороны загорода во Владивосток. Впереди шел седан Subaru Legacy, следом за ним двигался минивэн Toyota Corolla Spacio. Авария произошла недалеко от остановки общественного транспорта Некрасовская. На путепроводе в сторону Некрасовской произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель Toyota Corolla Spacio не выдержал дистанцию, ударил Subaru Legacy в заднюю часть. В итоге минивэн, можно сказать, подлезает под седан, на котором отсутствует задний бампер. Осталось лишь его крепление, которое и пострадало от столкновения. Водитель Спасио говорит, что скорость машины была допустимая, просто банально догнал. Я не знаю, отвлекся. Ну вот, произошло. Так отвлечься можно там, на разговор с кем-то. Да я не знаю, тут буквально вот секундное явление. Водители в аварии не пострадали, повреждены лишь машины. Ранения автомобилей не критичные, машины подлежат восстановлению. У Спасио вытекает декстрон на дорогу. На место ДТП прибывают пожарные, приступают к очищению трассы от маслянистой жидкости. Недолго думая, хозяин минивэна признает свою вину, и в итоге водители решают, что финал ДТП будет таким. Тут можно было обойтись без ДПС? Ну мы так и будем сейчас делать. А, то есть по Европротоколу будете расходиться? Ну не по Европротоколу, так. Подождите, подождите, интересно. У нас же две формы оформления. Просто человек подъедет, скажет, сколько денег мы заплатим, и все. Участники аварии расходятся мирно.